Активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние батута в двух развлекательных центрах. В первую очередь побывали в детском комплексе. Общественники остались довольны состоянием конструкции. Все они выполнены согласно требованиям. Проверки центр проходит регулярно. А вот ко второму развлекательному комплексу вопросы у активистов возникли. Состояние боковых сеток оказались неудовлетворительными. Открыли этот центр относительно недавно. Все документы на деятельность есть, но проверок со стороны надзорных органов нет. В свою очередь, работники комплекса заверили, все замечания учтут и исправят. По словам представителя Общероссийского народного фронта Таймураза Тезева, подобная деятельность полезна, но соблюдение безопасности – главное условие для всех центров. 28 октября мы открылись, вот работаем по сей день, и разрешение на батуты, на оборудование, все есть, на как бы сертификаты на то, что они безопасны, что они прошли проверку, все это есть. Через ИП все оформлено, все как надо. Пожарная безопасность, все есть тоже. Конечно, есть какие-то небольшие замечания, которые мы озвучили. Я думаю, в ближайшее время они их устранят. А так, в целом, идея хорошая. И думаю, будет, наверное, правильно пожелать, чтобы таких площадок спортивных было в городе и в других населенных пунктах республики побольше.